Упираемся руками на кубики с двух сторон. Заднюю ногу ставим на пальцы и выпрямляем ее. Сначала выполняем 10 плавных пружинок тазом вниз, делая акцент на бедро задней ноги. И еще 10 резких пружинок вниз. Выпрямляя переднюю ногу, наклоняемся к ней с прямой спиной и возвращаемся обратно в выпад. Чередуем эти положения еще 8 раз. В наклоне поднимаем стопу на себя и тянемся животом вперед. В выпаде отклоняем плечи и опускаемся бедрами ниже к полу. Везде следим за правильным положением таза. Бедро задней ноги подкручиваем вовнутрь. Остаемся в выпаде и ставим колено задней ноги на пол. Можно подложить под нее подушку. Поднимаем корпус и стараемся своим весом продавить таз максимально вниз. Почувствовать натяжение в области паха задней ноги. Чем ниже опускается таз, тем больше можно пройти стопой вперед. Теперь берем кубики и встаем на них локтями, продолжая своим весом продавливать таз вниз. В этом положении должно добавиться натяжение в задней поверхности бедра передней ноги под ягодицей.